Так, друзья, давайте посмотрим качество икорки. Мы уже соскучились по свежей икре. Прям не терпится свежую икорочку покушать. Итак, видим, что икра сухая. Нерка. Эта икра очень нежная. Размер икринок у них не совсем крупный. Мы сейчас снимем дегустацию. Давайте прям первая реакция. По соли идеально. Очень вкусная, малосоленая. Поэтому приезжайте, покупайте. Ждем горбушку, киту, чевычу. Все будет в этом сезоне. Поэтому приглашаем. Речная один. Пока.